Далее Павел Репцев. Пару слов о сегодняшней игре. Паш, если можно, быстренько, кратко, ну, как ты умеешь, минут на 12-17. Шесть команд, да, было? Шесть. КВН сегодня был. Здравствуйте. Приятно, что вы пришли. Спасибо большое командам, что готовились, тренировались. У вас были хорошие профессиональные учителя, которые вам как бы помогали в любом случае это видеть. Школьная лига не деградирует, а наоборот растет. На самом деле это видно по вам, по вашим возможностям, по вашим, как сказать, отдаче на сцене. То есть, когда она начиналась, мы начинали с ребятами вот с такими вот, как Алексей Будников, который вам нравится как ведущий, как Саша Баев, которому нравится, как пишет шутки. Я Сорок просто оценил эту ситуацию. Просто они и так приехали так издалека, сразу сходу, и у них все хорошо получилось. Спасибо Сорок. Спасибо всем командам, но отдельно я отделяю сторону. Николай Александрович, тут алгоритм действия понятен, да? У вас теперь 25 минут. 26. 26. Николай Александрович Гаврилин, ваша аплодисменты. Давайте еще раз поаплодируем, ребята молодцы. Ребят, не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте готовиться. Председатель, не забудь переобуться, домой пойдешь, а то в тапочках убежишь. Особый респект кадетам. Ребят, от души молодцы. Итак, Галина Викторовна, буквально пару слов о сегодняшней игре. Галина Викторовна Трунькина. Это мои ребята. Вы сегодня очень порадовали, было смешно. Настолько все разные команды. Очень порадовали меня девчата из ЗТИ. Молодцы, девчонки, правда. Очень оригинальная команда «Сельская школа». Это такой сельскохозяйственный ликбез. Я думаю, прям вот вы весь зал просветили. Так ведь глубоко в тему вникли. Молодцы, молодцы. Так держать. Про девчонок я вообще молчу. Это просто супер было во всех конкурсах. Молодцы, девчонки. Большое спасибо Старову за то, что вы приехали и выступили. Девчонки, круто играете на гитаре, супер. Кадеты. Ну, у меня нет слов. Да, вот такие аплодисменты шикарные. Молодцы тоже, ребята. Было очень смешно. Особенно вот этот ремикс из песен под строевую. Это вообще супер просто было. У лицея порадовало, что наконец-то появились девочки в команде. Да две, да целых две, да одинаковые. Вот, поэтому я думаю, что, мальчишки, у вас все будет хорошо. Это точно. Молодцы, ребят, на самом деле. Большое спасибо за хорошее настроение. Спасибо большое, Галина Викторовна. Ну и Елена Васильевна, прям буквально пару слов, да? О сегодняшней игре. Председатель жюри Елена Васильевна Аникина. Ну, спасибо за игру. Я понимаю, что страшно полуфинал обычно. Обкатываются шутки. Женская сборная «Ассорти». Мне очень понравилось про девочку, которая 14 радиостанций. Вы самой иронии никогда не мешала, она только помогала. Девчонки, вы супер. Саша, ну ты просто... Нана, 216-й дедак. Девчонки, ну я уважаю вас глубоко. Две девочки достойно держали удар. Молодцы, я горжусь. Однозначно вам не ногти на дому, не торта на заказ, не светит. Спасибо, девчонки. Сельская школа – интересный имидж. Я не поняла про свою прическу. Повторите еще раз, я прослушаю. Это, что вы сказали, хорошо или плохо? Я просто не расслышала. Это уже повлияло на тебя. Нет, я просто не поняла. Хорошо было? Ладно. В письменном варианте на e-mail сегодня вечером. Ладно. Кадеты мои. Вот в каждой команде должен быть свой Колян. Сказали кадеты в начале игры. Ребят, вам с Коляном повезло, если что. Во-первых, она у вас одна. А во-вторых, Аленка Света держит слово, которое она мне дала. Я вас обожаю. Молодцы. Будем знакомы, вы нас избаловали.
Поэтому мы хотим от вас большего. И будем надеяться, что все ваши силы упадут на Зареченскую лигу. Готовьтесь. Спасибо. Спасибо большое, Елена Васильевна. Ну и, конечно же, я хотел бы, с вашего позволения, спросить мнение об игре вот людей, которые сегодня всю игру сидели, наблюдали рядом со столиком жюри, слышали, наверное, все разговоры жюри. И вот сейчас даже Олег Владимирович смотрит, как правильно заполняются грамоты. Глава города Заречного Олег Владимирович Климанов, буквально пару слов об игре. Спасибо. Ну, на самом деле, понравились, конечно, все команды. Было бы, наверное, еще лучше, если бы Дубинский постоянно не мешался. Зато какое будет видео! Я думаю, что у ребят еще все впереди. Они найдут то, к чему стремятся. Но и хочется сказать спасибо всем тем, кто меня наконец-то пригласил на это мероприятие. Я сегодня первый раз. Ну и... очень хорошо, что я узнал, что КВН у нас не только в телевизоре. Спасибо большое, и нам очень приятно. Надеемся, первый блин никому. Ну, и, конечно же, человек, который сидел рядом, человек, который очень громко смеялся, озарил прям буквально светом своей улыбки всю сцену. Руководитель аппарата администрации города Заречного, буквально пару слов, Вильдан Сафиулович Узбеков. Дорогие ребята, на самом деле круто. Много занимать времени не буду. Молодцы, спасибо. Сравчину особое спасибо. Передайте привет Заречному любимому Сарову. Поэтому, дорогие ребята, всем вам успехов. Молодцы, так держать. Новых профессиональных успехов. Спасибо большое. Надеемся, теперь поход на КВН стал систематическим. Мы постараемся за этим проследить. Ну что ж, а сейчас для подведения итогов игры. Я бы хотел пригласить на сцену председателя жюри начальника департамента образования города Заречного Елену Васильевну Аникину и, конечно же, Алексея Мазурова. Да, пойдемте вдвоем повеселее. У нас там есть номинация. Леша, вот микрофон. Итак, сначала будет номинация «Лучшая шутка». Вручается она команде КВН «На-на» за фразы «На свидание». Пойдемте, девчонки. А давайте объявлять, а вы вручать. Вас поприятнее будет обнимать. Итак, лучшая актриса Малыгина Александра, команда КВН «Сборная Ассортимент». Итак, в номинации «Лучший актер» есть, где-то есть. Ты уже молодец уже. Вот так вот и ворует у нас в Заречном. Итак, «Лучший актер» номинация достается Андрею Алексею, команда «Кадетство». Итак, ну а теперь перейдем к самому приятному путевке в финал. У нас сегодня без мест, мы просто сейчас назовем 4 команды, которые прошли финал, и 2, которые не прошли. Ну и первая команда финалиста школьной лиги города Заречный, команда КВН «Кадетство». Итак, также в финал приглашается женская сборная «Ассортимент» с ЗТИ. А также в финале мы ждем команду КВН с таким прекрасным названием «На-на». Также с превеликим удовольствием мы приглашаем эту команду, как назвал ведущий, это город-друг, команду «Просто со вкусом» Саров!
Приезжайте. Ну а также диплом участника команда Queen. Невероятная, классная, замечательная. Будем знакомы. Диплом участника вручается команде КВН сборной сельской школы. А также, друзья мои, в начале вот такой полуфинальной игры выступала классная команда, 6 класс, да, если не ошибаюсь. Команда именно. Команда КВН из школы 220 с названием 4 на 4. Пойдем сюда, ребятки. Вот они. До конца игры, Ребят, поднимайтесь, не стесняйтесь. Вы заслуживаете этих аплодисментов. Ну что ж, дорогие друзья, давайте вручим уже до конца. Зачем? Всех дождемся, да. Девчонки, мальчишки, держите, это вам, большие молодцы. А ваши аплодисменты, школа номер 220 и команда. А, дорогие друзья, совсем скоро, 5 ноября, состоится полуфинал Зареченской лиги КВН. И сегодня на выходе здесь вы сможете приобрести билеты на эту игру. КВНов Заречном будет много, обещает быть много. И я думаю, мы сдержим свое обещание. Ну что ж, до встречи на полуфинале Зареченской лиги 5 ноября. Спасибо вам всем большое. Всех поздравляем с праздником. Ура! Команда, после того, как вас поздравили, мы просим вас на лекцию.